Российско-китайская дружба имеет многолетнюю историю. Китайские делегации – постоянные гости в нашем регионе. В последнее время они часто проводят встречи с представителями Уссурийского городского округа. На этот раз в администрации группа товарищей из города Цзыси. Он располагается вблизи Уссурийска. Сотрудничество для обеих сторон – важный этап развития. Я более 23 лет являюсь депутатом Думы города Уссурийска и не понаслышке знаю о нашей совместной деятельности. Ковид немножко наши отношения, не отношения, а наше сотрудничество немножко приостановил, но он приостановил, мы все равно общались и встречались по видеосвязи. Цель визита китайской стороны – развитие торговых отношений. Цзыси – промышленный город. В нем располагается крупнейшее азиатское месторождение графита. Поставщики полезных ископаемых ждут увеличения пропускной способности пограничных пунктов. Готовы всячески этому способствовать. Спасибо за теплый прием. Конечно, мы хотим развивать сотрудничество в трансграничной инфраструктуре. И, конечно, мы хотим развертывать сотрудничество в строительстве. Встреча завершилась традиционным обменом подарками и общим фото. Сейчас сотрудничество с китайской стороной особенно важно. Курс развития страны теперь лежит на восток.